Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас с вами будет босс баш, которого никогда не было на моем канале. Я подумала, почему такое происходит. Дальше здесь у нас пахлава. Здесь небольшой такой йогурт, оливки, маслины и горячий чай со шпинатом. Точнее, чай не со шпинатом, еще здесь лежит шпинат, но вы уже поняли. И давайте приступим. Вчера ко мне приходила подписчица, влог уже на канале, скорее всего мукбанг тоже уже будет на канале к тому времени, пока выйдет это видео. Ой, какой наваристый бульон такой. Ой, очень вкусно, обожаю босбаш. У нас его в деревнях готовят на свадьбах. Прям, знаете, огромную кастрюлю готовят, чтобы хватило на всех. А еще у нас деревня, ну, деревня, в которой я родилась. Там, короче, такая традиция. На свадьбе шашлык дают только мужчинам. Прикиньте, какая дискриминация. Я была в шоке. То есть я прихожу на свадьбу, я гостья. Чувствую этот запах. Запах шашлыка. А мне его не дают. Дают только мужчинам. Причем такая дурацкая традиция. Например, у нас в семье есть и мужчина, и женщина. Мы идем на свадьбу. И на свадьбе сидим за разными столами. То есть женщина отдельно, мужчина отдельно. И плюс еще... Например, мужчина дарит отдельно денежку, а женщина отдельно. Обычно мужчины дарят больше. То есть из одной семьи на свадьбу идут два человека. Женщина сидит за другим столом и платит за себя, так скажем. А мужчина за другим. Это крайне неудобно. У меня когда брательник увидел эти традиции, он такой, нифига себе, мне бы, говорит, рассказали, я бы никогда не поверил в это. Ну, это такая чисто деревенская свадьба, старые традиции. Но мне кажется, максимально тупо. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Я была на одной свадьбе, в общем, сидела с женщинами. И на столе не было почти ничего. Из основных блюд. Это была свадьба нашего близкого соседа, так скажем. И мы в этот период, когда он делал свадьбу, мы тоже были там. И мы собирались подарить, не помню, 4000, а потом в конце подарили 2. Рублей имеется в виду. Я помню всегда, когда мы с папой ходили на такие свадьбы, папа сидел с мужчинами, и он всегда брал со стола свою часть шашлыка, приносил и хотя бы половину давал мне. Это называется отцовская любовь. Она бесценна. Вообще папа очень любит детей. И своих, и чужих. И в детстве он всегда старался дать нам все, что у него есть в силах. У меня такое ощущение, что что-то вибрирует. Мама столько мяса наложила. Но такой наваристый бульон получился. Прям... Босбаш это не как щи, это совсем другое, но все равно вот этот босбаш, он немножко другой, он не сравнится с тем, что бывает на свадьбах у нас. На свадьбах он абсолютно другой.
Под последним влогом было очень много комментариев касательно того, что почему я загрузила это видео не на влоговый канал, а на вот этот основной. Дело в том, что я создала влоговый канал, показала его в Инстаграме, но... В комментариях много кто писал про то, что нету смысла отделять канал мукбанков от влогового канала, потому что мукбанки просто смотреть скучно. Лучше, когда такой микс. Влоги разбавляют мукбанки, тем более влоги снимаю не настолько часто, поэтому, если честно, не увидела смысла в этого. В этом я поняла, что вы правы. В общем, можно сказать, где-то 90% моих зрителей написали, что идея плохая. С другой стороны, возможно, это и правильно. Кому нравятся мукбанки, те влоги просто пропустят, пролистают. А кому нравятся влоги, мукбанки пролистают. Казалось бы, все легко и просто. Что-то я начала, даже не планировала говорить про деревенские традиции свадьбы. Если вам интересно, могу рассказать. Не только в деревне, у нас тоже так. Например, многие писали, что... Почему парень не позвал тебя к себе домой на свой день рождения? На самом деле он позвал, но я, если честно, немножко стесняюсь. У нас немножко другие традиции в этом плане. То есть у нас сначала парень должен прийти и попросить руки твоей. После этого ты можешь идти к ним в гости. Ну, в принципе, так тоже можно. Но я очень стесняюсь. Мне как-то будет некомфортно, я в этом уверена. Просто я буду чувствовать себя не в своей тарелке. Вот, и не знаю. Я, наверное, пока не готова к таким шагам в моей жизни. Я думаю, что годика два мы еще точно будем встречаться. Давайте немножко пройдемся по вопросам. Мне задала огромный вопрос Алина ФМК. Айка, очень давно хочу создать канал на платформе YouTube. Создавала уже 2 раза, просмотров нету. Хотя я снимала на протяжении 1,5 года. И все равно просмотры не увеличивались. В чем заключается секрет успешного канала? Я не могу вам сказать секрет успешного канала, потому что я бы не сказала, что у меня прям так 1 000 000 подписчиков и все дела. Вот. Но я всегда вам говорю и скажу опять же, потому что этих вопросов дофига просто. Постоянно мне пишут в комментариях, пишут на почту, что угодно. В общем, мои хорошие, самое главное, это просмотры. Если даже у вас канал миллионник, у вас может быть такое, что просмотров нету. Иногда вижу такие каналы, я прям в шоке от этого. У девушки 1 000 000 подписчиков, а просмотров 10 тысяч. У меня, если честно, сразу интерес пропадает к этому каналу. Не знаю почему. Я просто такой человек. Зашла к одному блогеру, у нее 1 000 000 подписчиков, и у нее каждое видео набирает по 500 000. Я просто начала ее смотреть чисто из-за того, что почему всем так интересно ее смотреть. А я гляну-ка я тоже. Может, действительно там что-то очень интересное. Подсела.
Ну, в общем, просмотры — это очень важно и не всегда они зависят от количества подписчиков. У вас подписчики могут быть, а могут быть они вообще неактивными. Несмотря на то, что вы, например, снимаете 2 видео в неделю, все равно они не успевают смотреть или не хотят смотреть. В чем же фишка? Фишка в удержании аудитории. То есть, если подписчик заходит на канал и сразу же выходит, сразу падает удержание аудитории. YouTube понимает, что это видео неинтересно. Раньше очень большую роль играла обложка. Там какая-то шокирующая обложка. Сейчас на это уже не так сильно обращают внимание, потому что очень много стало кликбейта. Люди ставят одну обложку и название, а внутри совсем другое, например. И люди не досматривают. Поэтому очень важно заинтересовать зрителя на первых минутах. Я всегда говорю про это, но скажу еще раз. Например, несколько дней назад, по-моему, вчера, да, даже, я наткнулась на видео. Название было «Сколько я зарабатываю с Ютуба». Обложка вообще какая-то дурацкая. Возможно, даже она не делала обложку, просто вырезок из видео, где вот такой вот скриншот. Вот. И на видео 500 000 просмотров. Мне самой как-то странно показалось, что у меня это в рекомендации, потому что я подобное видео не искала. Зашла на видео, и девушка сразу показывает свою аналитику. Одно дело, я просто вам говорю, что я зарабатываю столько-то, столько-то. Другое дело, она открыла, все это дело показала. То есть, я досмотрела это видео до конца. Потому что все, что она там говорит, это все очень информативно, полезно. И говорит правду, не увиливая от ответа. Лично я бы не открыла аналитику и не показала конкретно, сколько я зарабатываю. Объясню почему. Слишком личная информация, даже когда я работала там в магазине, я никому не рассказывала, сколько я зарабатываю и так далее. Мало-много. Не люблю, когда считают мои деньги. Я считаю, что это неприлично, когда спрашивают у меня. Но я исключаю тот момент, когда это близкие подруги. Например, Жали, она мне говорит, что в этом месте я заработала столько. Я ей говорю, а я заработала столько-то. То есть, когда близкая подруга, я могу рассказать. Когда, не знаю, пишут люди, незнакомые мне, но я так в среднем вам объяснила в одном из видео, сколько я получаю с одного видео. И мне кажется, там уже понятно, сколько я зарабатываю. Ну да ладно, дело не в этом. Дело в том, что девушка рассказала такую вот информацию про себя. Поэтому на нулевом канале это видео у нее набрало 500 000. Я не помню точно, у нее еще одно видео было, тоже очень много было просмотров. Она рассказывала про то, как она купила сама себе квартиру. Как копила какие-то моменты из жизни.
суть заключалась в том, что у нее на канале было немного видео, но все эти видео очень информативные, очень полезные, не какую-то фигню снимает. Поэтому мне тоже понравилось. В общем, вам надо заинтересовать зрителя на первых минутах. Обязательно, без этого никак. Может, вы заглядывали на канал Ромы Желудя? У него так просмотры упали, это ужас какой-то. Я честно сочувствую ему. Не в том плане, что я злорадствую, но вообще, когда-то он был звездой, я помню. Не знаю, в каком я классе была, наверное, где-то в 6-м. Все смотрели Рому Желудя, все просто кайфовали от его лица, что он такой симпатичный, клевый блогер, его там песни, все дела. Вот, а сейчас все упало уже. На канале 700 тысяч подписчиков. Так мало просмотров. Йогурт с грушей обалденный. Кстати, рецепт на вот эту вот прекрасную пахлаву будет в ближайшее время на мамином канале. Я вам все выкладываю в сообщество, поэтому заглядывайте обязательно. Рецептики там. Обещала маме, что вот этот март месяц каждый день на ее канале будет выходить один ролик. Я просто монтирую, например, на первое число уже опубликовала видео. На второе уже есть. Сегодня сяду на завтра и на послезавтра сделаю материал. Я могу так сделать, чтобы видео выходили сами по себе. Без моего участия. Я поела, супчика тоже уже не осталось, он просто был обалденный. А самое главное, я наелась. На этом все, всех люблю, целую. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм,